Всем привет, кто смотрит это видео. Приглашаю на экскурсию. Многие интересовались, на каком же этапе находится наше строительство. Вот, пожалуйста, смотрите. Ну что, стены заштукатурили, пока еще не полностью. Но, думаю, на днях все это будет сделано до конца. Полы залиты, по полу проходит водяное электрическое отопление. Вот эта вот красная стена, это между комнатой и санузлом. Здесь проходит электроотопление. Красный бачок – это расширительный для регулировки давления. И вот потолок утеплили, еще нужно его обшивать. А сейчас идемте на второй этаж, покажу, что там. А это одна из спален на втором этаже. Потолок обшили вагонкой, покрасили декоративной пропиткой для дерева. Стену между комнатой обшили ламинатом, остальные стены заштукатурили. На полу линолеум, предварительно утеплили его. Вот так вот все это выглядит. Мне нравится. Влажность, конечно, большая. Почему? Потому что отопление подключили недавно. Во второй комнате нет пока еще света. Так, во второй комнате, немножко могу показать. Завтра я вам сниму ее. Завтра утром сниму вторую комнату. Хочу сказать, что влажность большая. И от того, что влажность большая, вон как у нас окна потекли. На первом этаже такого нет. И потому что два дня, как всего-навсего, подключили отопление. Вот поэтому так. Вот я уже говорила, что потолок утеплили, но еще не обшили. У нас осталось на первом этаже только красная стена, не заштукатурена. Остальные все стены уже все заштукатурили. Поставили радиаторы, то у нас только по полу проходило отопление, теперь еще радиаторы поставили. Вот она, красная стена, не заштукатурена, но идет к завершению, штукатурка идет к завершению. Вот теперь думаем, что делать со стенами. И что делать с полом? То ли ламинат стелить, то ли линолеум. На полу, конечно, в санузле это будет кафельная плитка. Вот это уже утро следующего дня. Красную стену заштукатурили. Со штукатуркой можно сказать, что почти все сделали. Следующий этап – это у нас будет проводка электричества и обшивка потолка. Вот еще сейчас, посмотрите,
днем эти комнаты. Вчера я показывала вечером при свете. Вот как днем выглядит. Вот соседский котик пришел в гости. Неплохо себя чувствует. Видно, ему здесь нравится. Вот эту комнату я вчера вам показала. Здесь был свет. Все было видно. Ну, еще раз посмотрите. На втором этаже влажность большая. Вот это вот вторая комната, которая была вчера темной. Она точно так же выглядит, как и первая, только она поменьше. За счет лестничной площадки она поменьше. И вот посмотрите, окна также плачут, потому что влажность большая. Всего два дня, как подключили отопление во всем доме. Первый этаж уже прекрасно, а второй этаж еще пока влажность большая. Спасибо всем за просмотр видео. Кто не подписался, не успел подписаться, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать следующие уведомления. Ставьте лайки. И всем пока-пока. Всем всего доброго.